Друзья, всем привет! Браунёчек. Еще сегодня не гладил его, думаю, поглажу вместе с вами его. Да, вот такой мой браунёчек. Вот так. Все, друзья, проходит, значит, колокольчики у него будут оставаться. Он добрый такой, гляньте. Добрый, да? Добрячок, кушает хорошо. Да, кушает хорошо такой, да? Мой кабан. Ну и все, у него отлично. Фух, жарко. Косил только что траву. А на улице прошел дождь. И парит сейчас. Сегодня еще обещают. Так, Тайсон. Надо бутылки поубирать. Фурия. Они уже тут покушали. Тоже. А, вот и Маркиз. Мурка где-то в загуле гуляет. Вот он за целый день он покушает вот это. Так. Немножечко кидаю травки. Они тут тоже ходят, что-то собирают. Маленькие архаровцы. Этот вообще... Друзья, еще не взвешивал их. Ну, вы видите, они хорошенькие. И она, друзья, видите, уже третий раз она похудела, но не сильно. Гляньте, какая она огромная по сравнению с моей рукой. Гляньте, вот, до середины. Там дерутся что-то. Но ее по-любому еще... Два раза будем покрывать как минимум. А там видно будет. Если она будет нормально справляться, то рыжушка будет с ней жить. Жить и не тужить. Единственное, да, что я вот сегодня чистил у них и думаю, родила 15 хорошеньких, грубо говоря, только 9 штучек. Ну и то этот мелковатый василечек. Ну немножечко дешевле его, если что, тоже продадим. А тот, видите, он что-то жует. Что-то у него с ножкой. И с одной, видите, он ее держит. Хотя я так смотрел, ничего у него там нету. Ну, видать, то ли косточка у него болит. Ну, друзья, я не знаю. Ходит, кушает. Просто он не бегает, потому что ему тяжело. Видать, да, она ему то ли хребет там повредила, то ли еще что-то. Он, видите, он на задний, он ходит сейчас, уже он лучше немножко ходит. Не, вон он, вон он. Но все равно, оп-оп, видите, у него вот, то ли вот тут, вот эта ножка сильно болит. Они до него задираются. А у него настроение не такое. Настроение-то такое, но что-то у него не то. Угу. Видите, видите. Ну, без этого никак, друзья. Станок, там говорили перегнать. Этот станок, друзья, на немножко меньше, чем тот. Ну, буквально там, я не знаю, в длину они одинаковые. Да и в ширину, наверное, он одинаковый. Плюс-минус, друзья. Но смысла нету туда перегонять ее. Этот станок, ну, тоже огромный. Он вот так идет, получается, где-то 2,20. А так, я не знаю, ну, около 2 метров. Где-то 1,90 м. И тот такой же. Да. Поэтому, ну, перегонять я не вижу никакого смысла. Тем более, она здесь всю жизнь... ну, не всю жизнь, конечно. Ну, получается, где-то в 7 месяцев ее сюда посадили. Сейчас ей уже... 2 года и апрель-май. 2 года и получается 26 месяцев. Ну, 20 месяцев она здесь живет, грубо говоря. Поэтому она здесь будет до конца. Так, сегодня не открываю форточки, потому что достаточно, что вот это вот открыто. Сюда прям слышно, свежий воздух идет. Браунберн. Ну, что, ему тут хорошо. Единственный момент, он всегда думает про еду.
Знаете, как вот люди худают, и им до ночи колбаса снится. Так и ему дробленка снится, как она сыпется. Ему туда в корыто. Но это только сон. Так. Это одинаковая с лица. Одна из ларца. Тоже хорошо кушает. Ну все, все отлично, друзья. Хотел еще... Вот, друзья, я накосил и сразу кинул козам. После зимы, когда мы начали давать зеленую траву, друзья, тут а в чем смысл? Чтобы не дать сразу после сена, сразу свежескошенную косу, траву. Тогда они могут вздуться. А уже когда они привыкли к зеленой траве, ну не знаю, мы всегда даем. Я всегда давал, только накосил, сразу давал. И никогда у нас не было проблем. Было, у нас была проблема, что после сена я сразу дал зеленой травы, ну сочной, после сена. То есть резкий переход. И получилась у нас беда. Помните, я рассказывал, у нас была квитка, которая окатилась. И через неделю я дал зеленой травы, и она вздулась. Поэтому я изначально я ее подвяливал. А сейчас я даю без всяких проблем, даже за это не думаю, потому что, ну, все нормально, друзья. Уже я, как бы у нас, ну, уже мы так сформировали, что первые там недели 2-3 подвяливаем. А потом даем свежескошенную, им она же больше нравится. Это равносильно, они на лугу будут стоять, они вообще свежескусанные будут есть. Поэтому фасолька лежа кушает травку. Это тоже, друзья, начала съедать все. Видать, у нее там в организме зашевелилось все. Да? Да? Что? Сигнал какой-то пошел, что она покрыта. Вон, гляньте, хотят выйти, но я не буду сегодня открывать, там свежо. Вы что, не можете выйти или что? Что вы тут кружите возле меня? Маркиз, иди туда, там выходите. Ну, отлично, тут у них все. Да, друзья, загончик по длине, они все одинаковые, потому что сарай полностью одинаковый. И ширина прохода у меня плюс-минус, ну, где-то, может, где-то вот в этом месте там чуть-чуть меньше. А так, плюс-минус, все одинаково, друзья. И ширина одинаковая, грубо говоря. Да, это идентичные станки. Друзья, точно. Я, может, в дальнейшем померяю точно, я уже просто не помню. Поэтому... Нет, да, этот на 10 сантиметров получается, он шире. Вот этот вот загончик. А у рыжухи такой самый, как у этой. Но я думаю, 10 сантиметров роли не играет. Поэтому ничего не буду я. Ну идите же, там открыто везде. Что вы тут ходите возле меня, кружите? Так. Этим тоже дал. Все отлично. Надо будет настроиться, сейчас дожди прекратятся. У них тут тоже выгребу почищу. О, о, уточок. Гляньте, очередь. Собралась очередь. Они вон там по двое сидят. А ну-ка, где двое сидят? Ага, везде по двое. Там двое, здесь двое. Здесь двое. Несутся. Так, друзья, и еще по поводу уточки. Ай, 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 все, все, не трогаю, не трогаю. Вернее, не уточки, а курицы. Друзья, мы, я же говорил, не будем трогать, посмотрим. Выведут куры. Ну, хотя там один был комментарий, по-моему, что когда утка выведет вот этих утят, вот эти яйца кинуть ей, а цыплят, ну, утят забрать. Ну, мы думаем над этим, но вообще хотели бы мы посмотреть, выведут куры или нет. Чтобы уже со 100% гарантией говорить, да, мы выводили, куры могут вывести. А так я не знаю, друзья.
Ну чё вы разорались? Чё вы разорались? Так, ну, здесь все нормально у них. Вот, видите, дождичек такой небольшой промочил. Ну, огород мы вчера не поливали. И сегодня обещают тоже после обеда дождичек. Поэтому, так, сегодня у них кукурузка с пшеницей. Ячменя не даю, друзья, потому что... Ух ты, блин! А как она вышла? Я не понял. А как она вышла, мне интересно. А ну-ка я гляну, друзья. Сейчас, секундочку. Как она вышла? Она не могла никак не... Ну, она могла выйти, а утята не могли. Как она вышла? Хм. Сейчас, секунду, друзья. Друзья, ну я поймал их. Но, честно, я так и не понял, где они вышли. Утка защищает их хорошо. Вон они, гляньте, какие. Корм у них есть. Все на месте, друзья. Утятки. Ночуют они там в гнезде. Они залазят. То есть все нормально. Единственное, я не пойму, что за полтергейст. Как они вылезли отсюда. Хм. Все закрыто, друзья. Я только что залез вовнутрь, пересмотрел, все закрыто. И вы видели, 5 утят с ней вылезло, а 7 оставалось там. Я не пойму. Надо понаблюдать, где они могут вылазить. Вот фурия здесь сидит. Ну, друзья, если бы они трогали утят, то утят бы уже давным-давно не было бы. Коты бы быстро их переловили. И еще, друзья, такая новость. Сюда начала нести какая-то утка яйца. Так что следим, ждем. Уже 2 яйца поднесла вроде бы. Будем надеяться, что они сюда тоже сядет какая-то уточка. А такие вот пирожочки. Так, Шурик охраняет. Вот, гляньте, январенок уже скоро догонит этого уточка. Гляньте, какой красавчик. И, друзья, там просили комментарий. Вот, гриб какой-то, гляньте, гриб. Но они его не клюют. Это вот этот, что пшикает. О, гляньте, порядок какой они тут навели. Уже. Единственное, надо будет поубирать вот эти вот как их? Ну вот это вот вонючая, как она называется? Вылетела с головы. Полынь, во, точно. Все. Так. Вот так. О. Ветер подул за этот. О. Закрыл. Пойдемте покажу, друзья, сейчас. Вот ячмень, вот здесь что-то вообще плохо. Ну посмотрим. Мне не ячмень главное, а люцерка. Я его скоро скошу и уже тогда будет у меня чик. Так, вот здесь же, друзья, я хотел. Здесь есть такие 2 ямы, и как раз вода идет у меня. Ну, вот здесь я копал воду. Вот она, траншейка. Вот она. А здесь канализация. Ну, здесь есть 2 таких по 3, по-моему, по 3 кольца. Этот. Ну, государственные. Раньше на каждый сарай здесь было это. Как ее? Канализация, короче, одним словом. Так, кочаны вот эти, что у меня тут оставались, друзья, я в мешочке и послаживал сюда. Ну, буду сейчас топить, не топим, собираю. Чтобы на следующий год, как только уже смог бы я топить. Вот, друзья,
синик наш. Вот так я тут все запечатывал. Ну, щели есть, чтобы... А, играются. Фурия с маркизом. Вот осталось несколько веников. Ну, я сена не даю. В следующем году, вернее, в этом году, осенью, там, когда уже начнется только сено, буду давать сено. А так вот такой вот синик сюда влезет сено нормально. Тем более сейчас немного, может еще там несколько козлят будет. То есть в этом году планирую косить все сам. Ну а травы много, косить можно везде, где видно. Вот такой, кто не знает, есть на канале у меня, как я его делал, это пресс для сена. Ну такой, там еще тюк сена стоит. Он сухой, потому что здесь накрыто все. Поэтому, а такие вот дела, друзья. Думаю, ответил на вопросы по поводу синяка. Это я приобрел душ готовый. Хочу сделать бочку, поставить туда. Ну, много планов, друзья. Видите? Ну, ничего такого серьезного делать не хочется. Я то делаю иногда, но все равно не сильно настроение хорошее. Так что такие дела. Все, вот мы опять вернулись до браунёчка. Да, да, браунёк. Все, друзья. Показал всех, рассказал. Пока... О, гляньте. Видите, какой красавчик. Поймал мышку. То есть мышей здесь, раньше, когда котов не было, я мог увидеть мышу. То там, то помните, я даже не увидел, она там ползла. То сейчас только я вижу мышу, если кто-то принес ее. Ну, какой-то кот или кошка. Они все ловят мышей. Видел даже жучков каких-то ловят. Занимаются, короче, своими делами. О, ребятня. Ребятня резвится. Оп. Чик-чик. Ну все, друзья. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Всем пока.